И чтобы ноги твоей здесь больше не было! Не трогайте меня лучше, блядь. Я-то свободный человек, и я живу так, как я хочу, а вы несчастные, блядь, на нас. Ладно, молчу. Всем привет. Алексей Панин. Очень, блин, интересный такой загадочный персонаж. Все помните, все уже посмотрели его, блин, шокирующее видео с ногой. Так вот, есть предположение, что нога, которая участвовала в этом видео, эта нога принадлежит французскому президенту. Он, в принципе, мог, немножко выпив вина, перепутать Алексея со своей женой. Как мы видим, Алексей Панин, возможно, является спецагентом, который и исполняет роль на чужбине жены французского президента. Ну, блин, сходство, по-моему, не стопроцентное, но, может быть, 99,9%. Алексей, ты ли это? Существует ли вообще жена президента? Или эту роль играет Алексей Панин? Непонятно. Вчера выложил господин Зеленский, президент Украины, предложение Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту, встретиться. А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить. Правда? Ну почему бы и нет? Можно и сделать встречу в Белоруссии. Александр Лукашенко сыграет свою роль. Гарик Харламов сыграет Дональда Трампа. Гарик Мартиросян сыграет роль французского президента. Алексей Панин, конечно же, будет его женой. Юрий Стоянов сыграет Меркель. Итак, мы сделаем ему шоу. Какой президент, такая и встреча. Давайте сделаем им встречу. Что хотят они? Непонятно. Но Алексей Панин однозначно произведет фурор на данном мероприятии. Так что, друзья, двойники, они существуют.